ну вот мы уже подходим к пляжной линии, да, и вот вы можете наблюдать. Мы, в принципе, друзья, успеваем. Успеваем под конец или, может быть, на середину, но успеем. Смотрите, здесь очень много продают еды. Кальмарчики, все это гриль. Курочка. Всякие сосисочки, все такое. Да, вот есть также свежие фрукты. Но, друзья, вот этого всего, вот просто пруд-прудик, смотрите, как красиво. Смотрите, что творится здесь на пляжной улице, на Beach Road. Кстати, смотрите, ее даже на... Друзья, ее перекрыли. Ее перекрыли, она не проезжая сейчас на данный момент. Она пешеходная стала. И давайте пройдем теперь на пляж, посмотрим салюты. Смотрите, сколько народу на пляже. На пляже народу просто масса. И что самое интересное, друзья, мы уехали так далеко, хотя, по большому счету, это все дело происходит как раз таки там, где Walking Street, где мы в прошлый раз, когда ждали праздник индийских огней и света, мы находились именно там. И сейчас вот именно там происходит все действие. А мы с вами стоим как раз таки в другой стране. Ну, как всегда, тайцы как хотят, так и делают. Когда хотят, так и делают. И где хотят, там и делают. У них вообще нет никакой четкой определенности. Смотрите, сколько людей на пляже, как я уже сказал. На самом деле мы находимся на севере Паттайи, а вот там, вот где происходит салют, там южная Паттайя. Прикиньте, что там на пляже, там целое, наверное, столпотворение. Нам, как всегда, не повезло. Ну, потому что, блин, обидно. Тайцы делают все наперекосяк. Жалко, конечно. Ребята, я не знаю, слышал вам этот грохот или нет через динамики, вернее, через микрофон телефона, но здесь гремит очень классно. Вот прям здорово гремит.
кстати, пока в салютах небольшой перерыв, я там понимаю, что это дело порционное. Вот смотрите, я вам рассказывал о том, что в предыдущем видео, кстати, смотрите, да, подпишитесь на канал, смотрите все видео, обзоры. Очень много я рассказываю интересного про Таиланд, даже если это дело про магазин какой-либо, я все равно рассказываю нечто отвлеченное на другие темы. Так вот, в предыдущем видео я рассказывал про Сакхран, это тайский Новый год. Вот тайский Новый год, друзья мои, вот представьте себе, сейчас вот эта вот улица, это проезжая улица, она сейчас перекрыта, и здесь происходит гуляние. Так вот, когда происходит тайский Новый год, вот нечто подобное происходит опять так же здесь, но все это происходит с обливаниями водой, с дрансбойтов, с пистолетов, из бочек, из ведер, из всего, везде вода, везде играет громко музыка. Обмазывают тальком, и народу на порядок больше даже, чем сейчас. Просто толпы народа. Также вы можете видеть очень много всяких вот развалов с едой, с водой, с напитками, с закусками. Вот прям пруд-пруди. И это только малая часть, друзья. Я напоминаю, мы находимся на севере Паттайи. Мы уехали к терминалу 21 и там ждали весь праздник. Оказывается, весь праздник происходит на Бич-Роуд. И посмотрите, что творится. И да, друзья, очень много мест, очень много местных, потому что, в принципе, сезон, самый-самый сезон курортный только-только начинается. Сезон начинается где-то с ноября, но туристов еще очень много, так массово, я бы сказал, не понаехало. Сейчас вот в декабре, в январе будут массово приезжать, там как раз-таки все праздники будут отмечаться, и будет очень много иностранцев. Сейчас очень много местных. Местные тоже, как я и говорил, очень любят гулять, веселиться. Праздники для местных, вот прям хлебом не корми. И пока мы ждем очередного залпа, пока там, видимо, перезаряжают снаряды и пушки, друзья, я немножечко вам расскажу. Вот смотрите, чем отличается Таиланд от Бали. На Бали в 6 часов вечера практически вся жизнь затихает, потому что балийцы очень верят в то, что с наступлением темноты выходят из своих укрытий, так сказать, темные силы, злые духи, и дабы их не привлекать шумом, светом, балийцы уже приглушают музыку. Но это, конечно, не касается самых таких туристических массовых районов, где много дискотек и все остального, но эти районы, они вот прям маленькие совсем. И туда надо специально ехать. А так, в общей части, на острове Бали, с наступлением темноты после 6 часов наступает вот прям тишина-тишина. Они действительно в это верят. В отличие от Таиланда. Таиланд в 6 часов только-только просыпается, потому что спадает жара, открываются магазины, открываются лавочки, открываются кафе массово, и люди высыпают на улицу, люди гуляют после 6, везде играет музыка, лавки с едой, с водой, с напитками, бары, снеки, все это только начинает работать. Кстати, да, в Таиланде сейчас, буквально вот относительно недавно, разрешили барам гулять и играть музыку до 4 утра. Раньше было запрещено, вот буквально недавно только разрешили, и теперь можно практически круглосуточно гулять. Раньше можно было только до 2 ночи, теперь можно до 4 утра. Впереди у нас Макдональдс, кстати, да, я вам говорил, не говорил, не помню, но Макдональдс в Таиланде не пользуется спросом, потому что в Таиланде и так достаточно много еды, уличной еды, есть перекусы, есть кафе уличные, есть, ну вот все, что хочешь, ты буквально голодным никогда не будешь. Еще раз, да, в предыдущем видео я говорил, что один товарищ там немножечко меня так подвинул с едой с уличной, типа все это готовится без перчаток. Ну, пусть этот товарищ в перчатках готовит, пусть этот товарищ в перчатках ест. Все нормальные люди здесь, и туристы, и местные, даже никто не задумывается о каких-либо перчатках. Хотя тайцы на самом деле очень стерильные, большая часть нации ходят в масках.
действительно ходят в масках, что, ну, как бы, вы знаете, я там еще и 5 лет, и 6 лет назад приезжал сюда, и 10 лет назад приезжал, они тогда уже ходили в масках. А для нас это было диковинку, что такое маски медицинские, они их носят. А, поэтому говорить о том, что тайцы грязнухи, ну, я бы, знаете, как, не стал бы, на самом деле. Так вот, возвращаясь к Макдональдсу, Макдональдс не пользуется спросом в Таиланде, ну, и плюс ко всему, он там очень перченый, на минуточку. Это для сведений, кто все-таки хочет в Таиланде сходить в Макдональдс. Друзья, что-то следующих залпов не происходит. Вот, знаете, какие шарики веселые навстречу мне идут. Ну, мы как раз, наверное, дойдем сейчас до южной части Паттайи по Beach Road. Пока начнется следующий зал. Посмотрите, вся пляжная улица, вся в этих шатрах с едой и водой. И что главное, что ни один не стоит, везде крутится народ, везде что-то покупают, и по две стороны, кстати, и по одной, и по другой стороне. Везде еда, ну, обменники, вот. Еда, сувениры. Ну, собственно, что еще, конечно же, здесь продавать? Самое интересное, чем дальше мы продвигаемся вглубь к югу, чем ближе к югу мы идем, тем плотнее становится толпа, потому что идут все туда, в ту сторону, и тем гуще становится. Вот это, кстати, смотрите, вот это вот здесь отель и уличный ресторан у отеля. Что характерно, я сколько раз мимо него проходил, он всегда был пустой, сейчас он забит битком. Вы знаете, такое впечатление, что вся Паттайя собралась и вывалилась на Beach Road. Ну вот просто, как будто бы вся Паттайя. Я, честно сказать, не знаю, как мы будем отсюда выбираться. Единственное, что да, конечно же, мы возьмем такси Bolt, возьмем байк и поедем домой на байке. Потому что, смотрите, тук-туки сейчас не ходят. Ну и, собственно говоря, даже если бы они и ходили, где набраться для такой толпы тук-туков? Хотя я сомневаюсь, что и байки-то сразу найдем. Хотя мы перейдем, наверное, на Second Road, на вторую улицу. И с нее будем вызывать байк до дома. О, давайте, вторая часть началась. Пошли. Идемте. Thank you.
Посмотрите, сколько народу, друзья, на пляже. Весь пляж, вся береговая линия. И так на протяжении всего залива, друзья. Это просто масса народу, плюс сколько еще гуляющих людей, да? То есть я считаю, что действительно вся Паттайя собралась сегодня на Бич Роу. Пока они там стреляют дальше, мы можем с вами пройтись и посмотреть, что здесь продают из еды. Я думаю, всегда интересно похарчеваться. Кстати, да, вот смотрите, вот эта штука. Да, вот, всем говорю, я не знаю, чёрточки. А вот и любимые букашки. Жареные скорпиончики. Жареные тараканы. Кстати, да, это стрекочет, который там, как он называется, цикада. Там кузнечики, личинки, еще какие-то мухи. Это тоже какие-то цикады, наверное. Да, друзья, вот такое дело, да, вкусно, наверное, да, я сейчас сказать ни разу не пробовал. Ой, там какой красивый салют, друзья, давайте посмотрим. Сначала, да. Вот. Сосиски, потом салют. Это, наверное, был конец как раз-таки всему. Да, наверное, это был конец. Ну ладно, в принципе, хорошо и на том, что мы хотя бы успели заснять и прийти сюда на пляжную улицу, потому что вот дрончики летают там. Все, кто-то снимал с дрона. Кстати, друзья мои, да, я хочу вам сказать, обязательно подписывайтесь. Потому что я приобрел дорогой дрон, и я его сегодня попытался зарегистрировать. Я узнал, сколько это стоит, какие документы нужно. Я его обязательно здесь зарегистрирую, и мы будем с вами снимать обзоры с дрона.
Поэтому подписывайтесь. Впереди будет очень много интересного. И сейчас мы с вами прогуляемся еще по пляжной улице, по Beach Road. Посмотрим, что там еще продают. Пока мы будем тихонько передвигаться ближе к дому. Ну и продолжим. Картошечка. Картошечка, наггетсы. Да, друзья. Праздник живота. На ночь глядя. Как я вам и говорил, кто не любит пожрать на ночь. Смотрите, какие. Такие штучки. Даже не знаю. Тут, вы знаете, я даже, наверное, и половину всего того, что здесь продают и готовят, я не пробовал за все время пребывания и вообще посещения Таиланда. Потому что некоторые блюда выглядят не так презентабельно, чтобы хотелось вообще попробовать. Странного цвета какие-то шпажечки. Сырные кальмаровые шарики, семги шарики и всего остального. Ну хорошо все-таки, что мы с вами успели прийти на пляжную улицу, смотрите, жарят шашлыки. Пришли на пляжную улицу и засняли салют. Ну, прикольно. Кстати, да, я хочу сказать, что если тайцы очень захотят, они умеют отмечать праздники, они действительно для этого делают все. Они... И, кстати, это часто. Праздник в Таиланде это часто. Тайцы очень любят отмечать, причем они не жалеют на это денег, потому что сами видели салют, сколько на него было потрачено денег. Я даже, честно говоря, вот я не знаю, что за праздник, потому что мы приехали к терминалу 21 с вами сегодня, потому что у терминала 21 пятилетие. Но я не думаю, что терминал 21 устроил вот такой вот Паттайи праздник с перекрытием дорог и с грандиозным салютом. Сомневаюсь я, что за праздник сегодня, черт его знает. Но у тайцев, сами понимаете, как я вам уже говорил, лишь бы чего отмечать. Кукуруза. Друзья мои, на этом закончим сегодняшний обзор, сегодняшнее видео. Смотрите, какие вафли готовят. Вот кальмарчик, 150 бат. Кальмар на гриле. Вкусно? Это вкусно. Подписывайтесь, друзья, не забывайте, обязательно подписывайтесь, потому что впереди очень много интересного. Мы с вами сходим обязательно на Walking Street. Что такое Walking Street? Это самая развратная улица в Паттайе. Мы обязательно сходим, посмотрим, что же там происходит. Друзья мои, впереди у нас несколько обзоров элитных жилых комплексов. Это Ривьера Оушен Драйв и Ривьера Жантьен. Мы обязательно зайдем туда, вовнутрь, посмотрим, что там. Там музейные варианты, как там жить, хорошо или плохо. Я вам обязательно покажу, и сколько стоит в аренду квартира в этих кондоминиумах. И как это все выглядит. Обязательно вам покажу. Подписывайтесь. Удачи вам, хорошего отдыха. Reality is you.
я первый раз по дороге пробираюсь вот прям по центру дороги. Потому что это просто жесть. Те улицы, которые перекрыты для движения, а те, которые открыты, они, естественно, сейчас пешеходные, а те, которые сейчас открыты, посмотрите, что творится. Честно говоря, за всю историю пребывания в Таиланде я это вижу первый раз.